24 февраля в ВДЦ «Смена» прошло торжественное открытие 9-й зимней детской киноакадемии. «Смена» собрала много талантливых ребят, которые в ближайшие 2 недели будут пробовать свои силы в создании новых проектов. Я для этой смены ожидаю новых знакомств, новые знания, потому что я пошла на новый факультет, и я думаю, то, что я открою для себя совершенно теперь другой мир. Я также хочу обрести прям максимально новых знакомых в сфере педагогов, чтобы всегда с ними быть на связи, вне смены, и создавать свои проекты. А я хочу поучаствовать в новых проектах, не относящихся к моей предыдущей деятельности, и найти новых друзей. Весь рабочий состав лагеря постарались и сделали прекрасное шоу, чем удивили всех. Безумная теплая атмосфера сразу объединила многих ребят, несмотря на то, что они знакомы всего лишь один день. «Смена» открывает таланты, о которых, возможно, мы не знаем или не придаем этому значения. Киноакадемия раскрывает потенциал и дарит уверенность в себе. Говорит нам, что невозможное возможно. Мотивирует нас на новые цели, которые каждый из нас может достичь. Ведь главное – желание. Thank you.